С 25 июня начинается прием заявок на поступление в колледжи города Алматы на бесплатное обучение. Подать заявку смогут выпускники 9-х, 11-х классов текущего года и прошлых лет, желающие поступить в колледж на бесплатное обучение. Как подать заявку? gzblmalmaty.kz, в котором вы также найдете инструкцию, актуальную информацию о колледжах города и профессиях. Первый шаг. Пройти регистрацию на портале gz.blmalmaty.kz. Необходимо заполнить все поля в разделе «Регистрация». Фамилия, имя, отчество, контактные данные, электронную почту, ИИН, создать пароль, отметить согласие на обработку персональных данных, зарегистрироваться. Второй шаг. Пройти профессиональную диагностику. При желании можете пройти тест и определить подходящую профессию. Третий шаг. Подать заявление. Необходимо заполнить все поля в разделе «Подача заявления». Фамилия, имя, отчество, образование, язык обучения, ИИН. Прикрепить отсканированный вариант аттестата об образовании с приложением. Четвертый шаг. Выбрать специальность и колледж. Необходимо выбрать специальность и колледж. Обратить внимание на то, что вы выбираете в первой строке наиболее приоритетный для вас колледж и специальность, а наименее приоритетный выбираете в четвертой строке. Пятый шаг. Заполните оценки профильных предметов по аттестату об образовании. Шестой шаг. Относитесь ли вы к лицам, имеющим квоту приема на обучение? Если нет, то переходите на следующую страницу. Если вы относитесь к категории лиц, имеющих квоты приема при поступлении на обучение, то выбираете «Да» и прикрепляете подтверждающий документ. Седьмой шаг. Отображается ваша заявка. Подтвердите правильность введенных данных и отправьте заявку.